Я нахожусь в Подмосковье на опытной площадке агрофирмы «Семена-партнер», куда меня любезно пригласил ее директор Василий Иванович Блокин-Мечталин. Сегодня знакомимся с очередным сортовым экземпляром. Томат называется «Фиолетовое сердце». Посмотрите, какие внушительные и красивые грозди. Кисти у томата сложные, завязываются не все томаты, но давайте учтем, что это сортовой экземпляр. В теплице он получает стрессы, но при этом вес одной грозди внушительный, и в ней завязалось 5 плодов. Томат индетерминантный, ранний, прекрасно завязывается. Хотите получить гигантский экземпляр? Оставьте в кисти 2 томата. Ну что ж, давайте продегустируем. Красивый экземпляр, несмотря на то, что это сорт, он не растрескался. Расцветка у плодоножки очень оригинальная. Взвешиваем. Вес 457 грамм. Измерим 11 сантиметров на 9 сантиметров. Томаты, которые имеют фиолетовый оттенок, считаются самыми полезными и к тому же самыми вкусными. Проверим. В разрезе томат просто потрясающий. Ни белого пятна, ни белых прожилок. Как мне нравится его надрезать, как по маслу. Вкусом можно наслаждаться бесконечно. Он мясистый, одновременно сочный. Удачное сочетание кислоты и сахара. Любители сортовых томатов, срочно берите на вооружение. В следующем сезоне обязательно попробую вырастить фиолетовое сердце в открытом грунте.